বংশী বিভূষিত করাত নবনীরদাবাত পীতাম্বরাদরুণ বিম্বফলাধরোষ্ঠা পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দনাভাত কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে বংশী বিভূষিত করাত নবনীরদাবাত পীতাম্বরাদরুণ বিম্বফলাধরোষ্ঠা পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দনাভাত কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে কৃষ্ণাত পরম কিমপি তত্ত্বমহম ন জানে গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাঠ Путана, они все хотели доказать, что у них есть какая-то близость с Кришной. И Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур сказал, что Агасур Бакасур Путана, все они хотели доказать, что у них есть какая-то близкая связь с Бхагаваном Шри Кришной. Они хотели показать, что они близки и дорогие ему, но по их действиям было доказано, что они, своими действиями они доказали, что они майявади, они демоны, и вскоре их настоящие намерения, они открылись всем, они демоны, они преданные, они не преданные Кришне, они хотели убить Кришну, они просто майявади. И вот те, кто майявади или так называемые преданные, у которых есть концепция майявады в их сердце, они никогда не смогут обрести бхакти. И поэтому Шрила Прабхупад, он много раз хотел сказать то, что мы... Шрила Прабхупад очень жестко говорил, что мы все больше или меньше, мы все немного майявади. Почему? Что это значит? Разве мы майявади? И вот многие из нас так или иначе соприкасаются с майявадой вечером. Но мы не должны обижаться, мы должны слушать об абсолютной истине. Что значит майявада? Сегодня я говорю о, более подробно о Харикатхе, которая была на Джанмаштами. И вот Шрила Прабхупад спрашивает, что такое майявада, почему вы обижаетесь? Если вы находитесь на нейтральном уровне, подумайте, что такое майявада. Майявада это значит, что у нас нет сильной веры в Гуру, в вайшнавов и Бхагавана. Это главное, ключевое значение майявады, то, что у них нет веры в Гуру, вайшнавов и Бхагавана. Это их главная проблема. И может быть, те, есть еще открытые майявади. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, и вот он сказал такие слова, что мы, некоторые не держат перед собой веды, говорят, что они следуют ведам, но внутри они полностью против Верховного Господа. И Махапрабху говорит, что такие люди, они гораздо более опасны, чем открытые майявади. То есть те, кто под видом вед, то есть майявади, которые притворяются последователями вед, они более опасны, чем те, которые отрицают их. Лучше, если мы знаем, что вот кто-то майявади, мы не будем никак соприкасаться с ними, но если мы привлекаемся людьми, которые объясняют веды, но они майявади, но это более опасно. Что Шрила Прабхупад хотел сказать, и перед тем, как уйти из этого мира, Шрила Прабхупад
говорил, что совершать настоящий харибаджан и быть совершенным преданным, чтобы занять себя в совершенном харибаджане и быть. И вот он говорит, чтобы занять вас в харибаджане, я вынужден был говорить очень жестко. И я понимаю, что вы могли что-то чувствовать, но я извиняюсь. Но что я должен был делать сегодня или завтра? Или, может, тогда, когда я уйду из этого материального мира, вы поймете, что я говорил об абсолютной истине. Я не могу никого обманывать, и те преданные, которые приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад, он говорил, что вы пообещали совершать харибаджан, поэтому я дал вам харинам и дикшу, вы обещали мне, что вы будете совершать харибаджан, а сейчас я вижу, что вы хотите обмануть меня, это плохо. Вы пообещали совершать харибаджан, вы должны его совершать. И вот сейчас суть в том, что Агасур, Бакасур, Путана, они все, если мы изучим их лилу, то мы можем понять, что вот как Путана, например, она приняла форму кормилицы, подобно матери, с огромной любовью. Она пришла к Кришне, ну, в смысле, да выглядела так, но впоследствии обнаружилось, что она демоница, и она совсем не мать. Она пришла, чтобы убить Кришну. И у Агасура и Бакасура тоже похожая ситуация. И вот таким образом мы в форме хороших преданных, то есть у каких-то преданных может быть какая-то негативная концепция в уме, отсутствие веры в гуру вайшнавов, или вера наполовину, или на 80%, или на 90%, или на 99%, но даже если 99% это опасно. А что говорит Шрила Прабхупад? То, что если мы полностью без капли сомнений, у нас нет веры в гуру вайшнавов, если у нас есть хотя бы 1% неверия, то это очень опасно. И вот поэтому Шрила Прабхупад говорит, что мы все в большей или меньшей степени осквернены этой сиддхантой майявады. Какова же главный дефект майявады? То, что они никогда не верят в Бхагавана Шри Кришна, в его трансцендентные лилы. Они никогда не хотят признать то, что материальное творение, оно создано этим Верховным Господом. Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарья, он и Пракашананда Сарасвати, они много говорили об этом. Но кто уделяет этому должное внимание? Из-за влияния майя мы заняты какими-то другими вещами. И вот те, кто майявади, главное, что говорит Шрила Прабхупад на Джанмаштами, что значит Джанмаштами, это то аштами, когда Кришна явился в этом материальном мире, как сын Нанды и Яшоды, или как Васудев Нандан. Но в тот день я забыл вам сказать, что Джанмаштами, врата Джанмаштами Титхи, мы должны соблюдать. И как мы можем отметить, соблюсти должным образом это Джанмаштами? В тот день я сказал, мы должны отмечать Джанмаштами таким образом, чтобы сегодня мы обнаружили, что Кришна, он явился внутри нашего сердца, Балгопал. И это называется настоящим Джанмаштами Титхи. И в то же самое время Джанмаштами значит, что Кришна является в этом материальном мире. И в этом мире, возможно, вы знаете или не знаете, это зовется Джанма Джайанти. Шрила Кешава Госвами Махарадж объяснял это слово. Какие-то люди неправильно слово Джайанти использовали, поскольку Джайанти только в отношении к Кришне может употребляться.
И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что это слово джайанти мы не можем употреблять никому, кроме как Кришне. Мы можем слово джайанти использовать по отношению к Джанмаштами только в Рамайне, в Махабарате, в Бхагаватам. Это зовутся Джая Гранхи. Почему? И вот согласно этой шлоке, джая значит, мы можем победить этот материальный мир. Мы можем избавиться от майи очень просто, если мы примем прибежище у Бхагаватам, у Рамайны. А лучшее списание это Бхагаватам, и поэтому мы называем их Джая Гранха. Если мы примем прибежище в этой Гранхе, в этого писания, если мы будем следовать ему, то мы по его милости сможем преодолеть майю и достичь Шри Кришны. И поэтому Рамаяна, Бхагаватам, они зовутся Джая Гранхами. Если мы по-настоящему искренне будем следовать им, то мы достигнем нашей цели. И вот это слово джайанти, оно используется только по отношению к явлению Шри Кришны, а какие-то материальные люди, знаменитые или незнаменитые, мы не можем использовать это для них, поскольку это только к Кришне относится. Мы должны знать внутреннее значение этого термина. Даже если я спрошу кого-то, почему мы, например, кто-то дочь назвал Самитой, а значение этого слова Самита, каково Самита, значит, Самита means sun god. А то есть это слово оно имеет мужской род. То есть этим словом называется Бог Солнца, но некоторые люди не понимают и называют дочери такими мужскими именами. И вот Шрила Прабхупад говорит, какой же путь для того, чтобы соблюдать Джанмаштами Титхи. Но в тот день Джанмаштами я не мог полностью объяснить, и сейчас продолжаю. Шрила Прабхупад говорит, мы должны отмечать Джанмаштами Титхи под руководством Ананта Васудева. И что это значит? Что значит Ананта Васудев в начале всего? Мы должны вспомнить, я сказал, что Кришна, когда он вначале явился в сердце Васудева Махараджа, Васудев, он, это состояние наичистейшей сатвагуны, его сердце было очень чисто, и только в том сердце, такое сверхчистое сердце, оно может зваться Васудевым. И поэтому Кришна, он явился в этом чистом месте. И вот Кришна явился в сердце Васудева, и потом он переместился в сердце Деваки. И вот Васудев, это Кришна, он преданный, он лучший из преданных, и когда мы отмечаем Джанмаштами, мы должны отмечать Джанмаштами под руководством Васудева, поскольку Васудев, он преданный, и у него есть чувство о явлении Шри Кришны, и в сравнении if I go to compare, then more I can say that Nanda Baba and Yashoda Ma, their feeling is more high. That is different. Если мы будем сравнивать, конечно, можно сказать, что у Нанды и Шоды более высокое чувство Кришны, но Кришна явился в Мадхуре. Что значит Мадхура? Вначале мы должны
отвечать Джанмаштани под руководством Васудева Махараджи, и потом, когда Васудев, когда он по наставлению Бхагавана, Верховного Господа, он ушел из тюрьмы вместе с Кришной. И в то время был дождь, и в то время я сказал вам, что Анантадев, он шел за ним и защищал их от дождя, чтобы защитить своего Господа своим капюшоном. И вот Анантадев следовал за ним. Никто не знал об этом, но Шрила Прабхупада говорит, что поскольку Анантадев, он докуда дошел, до Нанда Бхавана, где была Яшода. Внутрь он не зашел, но все же весь путь проделал. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны отмечать Джанмаштами под руководством Ананта. Первое имя Ананта, он первое проявление Шри Кришны и лучший из преданных. Он служит Кришне всеми способами, которыми мы можем представить или не можем. Единственное, что есть у Кришны, это его воля, а все остальное делает Анантадев. Он служит Кришне тысячами, бесконечными способами. Он даже воспевает славу Кришны в бесконечное время. И другое, что мы хотим узнать, что значит Мадхура. Шрила Прабхупада объясняет, Мадхура — это уровень Шуда-Сатва Гьяна, где знание Гьяна, оно очищается, очищается и становится чистейшим. И этот уровень называется Мадхурой. И наше сердце должно быть достаточно чисто, как сердце Васудева, чтобы чувствовать явление Шри Кришны внутри нашего сердца и в день Джанмаштами. Или я могу сказать, мы всегда должны чувствовать, что Кришна является в нашем сердце. И это главный секрет. И вот Мадхура — это уровень чистого знания, там, где вначале явился Шри Кришна. Васудев Кришна. Васудев Кришна явился где? На чистом уровне Мадхуры. Шрила Прабхупада говорит, что это чистейший уровень, и в Гите можно вспомнить, в Гите, что Шри Кришна говорит. В этом мире нет ничего более чистого, чем чистое знание. А что это? Чистое знание — это знание о Кришне. Это практически бхакти, и у бхакти тоже есть свои секреты. О, Арджуна, нет ничего более чистого, чем чистое знание. Чем более чистое знание у тебя есть, тем более чистое знание является в вашем сердце. И тогда никакая майя, она не может затронуть вас. Вы будете видеть все, как оно есть. Чистое знание — это бхакти. Когда гьяна, знание, она очищается, оно становится бхакти. Это вот чистое знание, но практически бхакти. И вот Шрила Прабхупада говорит, вы можете вспомнить, что вначале Васудев Кришна явился на этом уровне Мадхуры. И тогда все майвади, как Камса, Джарасанда, первый Камса, они думали, как же убить Кришну. И все они планировали
собрание со своими министрами, как же убить Кришну. И Шрила Прабхупад говорит, смотрите, так или иначе они хотели убить Кришну. И вот они были в Майаваде, и они хотели утвердить безличного Брахмана. Они говорили, кто такой Кришна? Нет, не должно быть никого, кто бы мог указать на наши недостатки. Drive them away from mud. If Guru Vaishnav there, they can find fault with. Hey, don't do this, don't do this. Better do, throw them out. There is a system at present. И сейчас такая же система в храмах происходит, что если кто-то, какие-то гуру или вайшнавы, они пытаются показать нам путь, то многие готовы их выгнать, поскольку они определяют, что такие люди майвады. А как, например, если ученики, они обретут настоящее знание от каких-то возвышенных вайшнавов, то они впоследствии могут опознать своих гуру как майвади. Поэтому часто так не позволяют каким-то ученикам ходить к каким-то другим возвышенным вайшнавам. И вот Камса, Джарасандха, Агасова, Бакасова, они все майвади. Почему? Поскольку они хотели убить Кришну, чтобы он не причинял никаких беспокойств и проблем. И это главная цель майвади. Главная цель майвади, чтобы убить и Кришну, и его преданных. И как можно определить, что кто-то майвади? Если он просто смирен, то это не признак. Если Шрила Прабхупад говорит научный способ, если вы... Прабхупад говорит, что если кто-то против чистой сиданты, против гуру и вайшнавов, то вы должны арестовать его, иначе наше учение, наше сампрадая осквернится. Шрила Бхактивинода Тхакур еще 150 лет назад говорил об этом. Let people know about their absolute truth, absolute way. Let people know about their absolute truth, about their absolute truth, absolute way. Absolute way. Not that we can allow to know, but 50% absolute, not that. Мы должны говорить об абсолютной истине, полностью не скрывая ничего, это моя цель. И вот сейчас это я объяснил, что такое Мадхура, кто такой Васудев, и Шрила Прабхупад говорит, что те майвади, Камса и прочие имперсоналисты, они хотят убить Кришну, но они не знают, что Кришну нельзя убить. Этого они не знают. Кришна — это не какой-то объект, который можно убить. Кришна — Он Верховный Господь, Вездесущий, Всемогущий. И как же можно его убить? И это главное, что майвади не могут понять. Это их самая великая глупость. Они думают, что они гьяни, что они майвади. У вас есть такая отрешенность, как у нас. Они могут никогда соблюдать какие-то великие аскезы, там, не смотреть на женщин, например, или еще что-то. Но несмотря на это... When you come, I can prove that you are Maya, you are actually Mayavadi. You know you are Mayavadi.
At the same time, you are Josit number one, Josit Sangi. Ну, можно доказать, что не только Майавади, но и Джошитсанги. То есть они вроде бы показывают свое отречение, но можно научно доказать, что у них нет никакого отречения. Что они Джошитсанги, поскольку внутри сердца, своего сердца они... Они хотят слиться с безличным Брахманом. И это стремление к, их стремление к славе, оно оскверняет все их отречение. Мы должны следовать Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Тхакура, Шриле Кешава Госвами Махараджу, и тогда мы поймем, что значит настоящее отречение. Когда Шрила Мадхава Госвами Махарадж захотел открыть большую матку здесь, в Майяпуре, то все преданные, ну не все, многие преданные приходили к Шриле Шридхара Махараджу и жаловались, что это нехорошо для бхакти строить такие большие храмы. И вот они критиковали и говорили, что Мадхава Госвами Махарадж все время хочет строить какие-то большие, великие сооружения. И Шрила Шридхара Махарадж, подобно льву, сказал: остановитесь. Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он хочет сделать этот большой храм. Это как раз достойно его уровня. Он делает все правильно. Для вас это не бхакти, но для него это бхакти. Это согласно его уровню вы хотите сравнивать себя с Шрилой Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. А то, что дальше случится, я не хочу говорить, но то, что он хочет делать, это не какие-то избыточные усилия, это то, что он может сделать. Он такой великий саду, он делает то согласно его уровню, и он делает все правильно. А если вы хотите построить такой большой храм, то это для вас слишком сложно будет, и поэтому не говорите так. Когда Госвами Махарадж хотел построить очень маленький Баджан Кути, то тогда Шрила Мадхава Госвами Махарадж пришел к нему и принес свои полные поклоны Бхакти Саранги Госвами Махараджу и сказал: «Махарадж, мы не будем тебя слушать, ты должен большой храм построить». «Зачем мне большой? И маленького достаточно». «Нет, мы не позволим тебе маленький храм построить, ты должен большой храм построить, поскольку ты сам большой храм в этом мире, и мы хотим сделать этот храм как проекцию вас». И так Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что не позволит ему маленький храм построить, только большой. Но мы не можем понять сердца Гуру Вайшнавов. Конечно, запросто мы можем критиковать их, поскольку никто нас не оштрафует за это. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорит, что цель Майявади, имперсоналистов, в Камсе и прочих, убить, уничтожить Кришну, но это обязанность Ананта Васудева защитить Кришну. Как может защитить, кто может защитить Кришну? Это одно из бхакти. Кто может накормить Кришну? Это тоже бхакти. И мы должны понять сердце Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Шрила Прабхупад сказал, что они все эти майявади убить Кришну, но обязанность Ананта Васудева защитить Кришну, чтобы он смог достичь Гокулы. Гокула — это уровень бхакти. Это обязанность Ананта Васудева, чтобы безопасно помочь Кришне достичь Гокулы.
И вот это обязанность Гуру и Вайшнавов. Мы должны помнить, что перед этими посторонними людьми, Шри Чайтанья Махапрабху, он, когда были какие-то посторонние люди, он не являл какие-то сокровенные лилы на показ. Он сдерживался. И на берегу Радакунды Шрила Прабхупады он хотел что-то сказать его. В Ришабану Нандини он хотел сказать, но он чувствовал, что Аштасати Гвикара подходит к ним, и он сдержался и переключился на другую тему, поскольку если бы он произнес имя, ее имя, имя Радхарани, он бы потерял сознание. Это таково его настроение. Поэтому можно вспомнить, много раз я говорил, что перед посторонними людьми, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он был в великом экстазе, но все же он сдерживался и также читание Чайтамрити. Такие слова говорятся, что если есть какие-то посторонние люди, то Гуранга Махапрабху, он сдержал свои чувства. И поэтому много раз, много великих преданных, они тоже, они пытаются сдержать свои чувства, если какие-то посторонние люди есть в этом месте. И также Шукадев Госвами, он в Бхагаватам, имя Радхарани в Ришабану Нандини, он скрыл, хотя очень, вот в этой слоке он очень ясно указал на нее. Он, в этой шлоке он говорит, та гопи, которая служила лучше всех Кришне, вот в этой шлоке она Анаярачи Тану нам, он говорит, упоминает ее имя, и в этой шлоке Шукадев Госвами очень осторожно говорит имя Радхарани, и Кришнадас Кавираж Госвами также в своем писании он говорит, что если в один день у меня будет возможность, можно изучить всю книгу и все эти книги, но имя Радхарани так и не найти. И вот Кришнадас Кавираж Госвами в начале Шри Чайтанья Чайтамрита говорит, I like to keep it secret with this topmost Tattva Siddhanta means Bhakti. And at all if I am speaking, if the common people don't understand, then I am safe. Because I don't like to unveil this secret Tattva in front of them. Because they are maybe 50% now, still today. И вот он в Чайтанья Чайтамрите, он говорит, что он... Jar lagi kohita bhoy she jodi na jani. For whom I fear to speak this all secrecy, if he is not going to understand. То есть если те материалисты, посторонние люди, которые не поймут то, что я говорю, это будет лучше. А преданные все это поймут. Те, кто не преданы Майваде, Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что они подобны. Подобным верблюдам, которые едят одни колючки. Может быть, будет какая-то хорошая еда, но они все равно колючки будут есть. И вот человек Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что эти материальные люди, они подобны верблюдам. Они все равно хорошие, они примут. Эти преданные расики, они поймут это, а глупые материалисты, они не поймут. И вот поэтому Кришнадас Кавираж Госвами таким извилистым путем описывает. This way. Now, it is the duty
И вот это обязанность Кришны, преданного, как Ананта Васудева, чтобы взять Кришну и безопасно его довести до Гокулы, которая олицетворяет уровень бхакти. И вот когда Кришна окажется там, на Гокуле, то тогда он может почувствовать себя в безопасности. И это секрет Джанмаштами. Если у нас нет такого чувства, то какой толку отмечать Джанмаштами? То есть просто предложить какие-то богатые подношения Кришне, то мало, нужно вот понять именно сокровенное значение этого Джанмаштами. И вот Прабхупад говорит, что говорить мы можем смеяться, но те, кто майвади, Шанкар Сампрадай, например, они отмечают Кришна Джанмаштами больше, чем мы. И мы еще смеем их критиковать. Вот кто-то может возразить, что в какой-то вот в Шанкар Сампрадай отмечают Джанмаштами более, на более широкую ногу, чем мы. И вот мы пришли к тому, что они соблюдают Джанмаштами, но их соблюдение Джанмаштами все ложно. Они сами находятся на ложном уровне. Я могу доказать это научно. Они находятся на ложном уровне. И все их отмечание Гуру Пуджи, Кришна Джанмаштами, это все для того, чтобы обдурить нас только. И как это, я сейчас это объясню. И вот Путьяпад Шила Кешав Госвами Махарадж во времена Шила Прабхупады под его руководством, и вот в те времена был Ясвьяса Панчак и Кришна Панчак. И Кришна Чита, и Гора Панчак есть. А кто знает об этом? И вот во время Кришна Пуджи мы... Это Кришна Панчак. Мы Кришна в центре. А, Васудев. Санкаршан, Анирудха и Прадьюмна. Четыре. И в день Джанмаштами, если мы отмечаем Джанмаштами, совершаем Кришна Пуджу, мы должны Кришна Панчак совершить. А что это значит? Мы должны понять, что такое Гора Панчак, Шичитани Махапрабху Нитянанда, Адвайта, Сивас и Гададхар. А Вьяса Панчак — это Вьясадев в центре, Суманта, Джаймини и все эти четыре ученика. И, а сейчас такого не могу сказать, что никто не знает, но мало кто знает об этом. И вот в день Джанмаштами Титхи, во время Кришна Пуджи, мы должны знать, что такое Вьяса Панчак. Now, one by one, I like to prove that they are all Mayavadi. They are having no faith about Krishna, about Guru. First, I want to touch it. Someday I can touch Guru Puja of here, someday. But now I like to touch this point. И вот Шанкарачарья, он дает прекрасное объяснение Гурудева, кто такой Гурудев, какова Вайшнава Сиддханта. И вот Кришна в Гите говорит, that is called Таптадоси Гуру Вайшнава.
И вот гуру Вайшнавы, они могут дать нам полное знание, если мы, у нас есть вдохновение и искренность. И тогда будьте уверены, что татвагьяни гуру Вайшнавы, они дадут вам все сокровище, как долго скрытое в их сердце. Гурудев может дать вам его, если вы достаточно искренне. Но каково условие? Я уже сказал, вот эти тат-видхи. Мы должны быть уверены. Паранипат, значит, мы должны предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов полностью, без остатка. И после этого паранипат и парипрашна, мы должны служить ему и задавать важные вопросы. Так долго мы не могли понять, что такое самбандха, абхиде и прайоджана татва. Это парипрашна. Задавать такие вопросы о духовном продвижении. То есть мы должны задавать вопросы для нашего абсолютного блага, а не для того, чтобы... Если мы будем пытаться проверить, насколько много он знает, то мы просто обманемся сами. Никогда не пытайтесь так проверить гуру Вайшнава. Они могут обмануть вас. Они очень умны. Шрила Прабхупада говорит, что те, кто совершает Кришна Бхаджан, они очень умны. И они могут обдурить кого угодно. Они очень хитры. Кришна, и вот Кришна, бхакты преданные, они очень хитры, чтобы занять вас в Кришна-севе. Как подобно тому, как ослы, например, они не могут чувствовать себя комфортно без груза. Только когда они несут груз, они чувствуют себя комфортно. И вот Шанкарачарья говорит, что основа в том, что мы должны приблизиться к чистому гуру и вайшнаву, у которого есть татва-гьяна. Джива-госвами-пад, он предупреждает нас, например, мы пришли к вайшнаву, который совершает баджан совершенным образом, никаких недостатков у него есть, но он не может не дать вам татва-гьяна, поскольку у него может его и не быть. И Джива-госвами-пад говорит, в этом случае мы можем находиться в дилемме. Иногда какие-то люди... И вот мы можем быть в дилемме. Что те, кто татва-гьяни, они могут дать вам полное знание, если вы предались им, у вас есть настроение служения. И если мы не будем совершать служение, то это татва-гьяна, которую мы слушаем, оно не может стать зрелым в вашем сердце. И можно вспомнить, что какой-то преданный обрел татва-гьяну от Агнидева и пришел к Гурудеву. Гурудев посмотрел на него, и он понял, что сейчас этот ученик, он обрел татва-гьяну.
полную татвагьяну, и он предложил свои поклоны Гурудеву и сказал: «О, Гурудев, вы должны дать мне татвагьяну, как вы? Ты уже получил его?» «Нет, я знаю эту татву, но нет у меня прямого осознания и получить осознание Брахма-таттвы. Я должен услышать все заново от вас, поскольку татвагьяна, которую я обрету от моего Гурудева через наше служение, мы должны какое-то служение совершать, и через это служение, если Гурудев будет доволен вами, то кто этот сад, и какой же сад, тот садгуру, который не откроет все секреты такому чистому ученику. И поэтому я сказал, еще раз повторю, что перед хорошим чистым учеником, который полностью предался Гурудеву, то садгуру, он дарует ему всю татвагьяну. Вот в этой шлоке говорится, что Снигда Шишья, такой идеальный ученик Гурудев, он откроет ему все секреты баджана. Вот слово «снигда» его тяжело очень перевести на какой-то английский или русский язык. Вот, ну, буквально идеальный ученик, можно сказать. But you cannot get that kind of word, which is not available in the English language. That is the only problem. So now, actually, point is that those who are Mayavadi, и вот те майявади, они, у них есть недостаток в их осознании Гуру Таттва. But their Guru Taттва, how they realize? Shankaracharya speaking, we must make a Gurudev. И вот Шанкарачарья говорит, что вот Шанкарачарья говорит, что если Гурудев, a Gurudev who is not having any knowledge about Brahma Tattva perfectly. What do you mean? Вот Шанкарачарья говорит, что нужно принять такого Гурудева, у которого нет совершенного знания о Брахма Гьяне. He is not having full knowledge about Brahma Tattva. I must make him Gurudev. Hare Maharaj. If your Gurudev is foolish, then why you are going to make him Gurudev? Но с вайшнавской точки зрения это глупо. Brahma can to me, but if my Gurudev is already Brahma, who is going to give Brahma can? That's why we can make. Kesava Goswami Maharaj laughing and. И Кешава Госвами Махарадж смеется над этим утверждением Шанкарачарьи. Он говорит, посмотрите на их глупость. Они принимают такого Гурудева, которого нету Брахма Гьяны, поскольку с их точки зрения, если Гурудев достиг Брама, он сам стал. Брама уже ничего не сможет сказать. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что обусловленная душа никогда не сможет стать Брамой. Но качественно его часть сознания, но может быть иметь те же качества, что и Брама имеет. И наше объяснение бхакти, вот Брахма, вот эта шлока, эту шлоку Шанкарачарья может объяснить неправильно, но Бхактина Такура Баладевиди Бхушан Вишванатха Чакравати, они объясняют ее прекрасным образом. Их объяснение полностью отличается от Шанкарачарьи. Наша Брахма Будда, значит, тут чуть сердце, оно растопилось под влиянием бхакти. Everywhere Brahma vastu, Krishna is there.
Если у нас будет осознание такого, что Кришна он присутствует в сердце каждого, и тогда мы можем чувствовать одинаково относиться как к собаке, как к птице, так и к людям, поскольку мы будем видеть Кришну, который присутствует в сердце каждого. Вот мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он даже комаров не убивал, он видел Кришну в их сердце, он никогда никаких муравьев не убивал. У него было такое чувство, что Кришна, он везде. Понимаете, и вот Шанкарачарья, он такое объяснение Гуру-татве дает, но кто будет следовать его Гуру-татве? Они говорят, что после того, как мы оставляем тело, то они становятся брамой. Они пример такой приводят, что этот материальный мир ложа, весь этот мир подобен сну. Если мы проснулись, то уже никакой боли, никаких страданий, которые в этом материальном мире. А Махапрабху говорит, что нет, кто сказал. Так, в следующий день я могу говорить о Дживататве, если мы не поймем, что видя знание и невежество, они в Кришне находятся, то тогда мы совершим ошибку. Видя знание, оно бесконечно и безначально, но видя невежество, оно тоже бесконечно. Если мы будем отрицать невежество, то мы таким образом будем отрицать силу Кришны, поскольку сила Кришна, он всемогущий, он может поддерживать как вечное знание, так и вечное невежество, поскольку души, они имеют свободу воли, они могут стремиться как к вечному знанию, так и к вечному невежеству. Кришна никогда не причиняет нам боль или какие-то беспокойства. Это души, они хотят их испытывать и поэтому выбирают. Бхагаван Шри Кришна, он никогда не говорит, что я никогда не советовал вам погрузиться в майю, и вы, если хотите принять на себя эти проблемы, то они и приходят к вам. И вот Бхагаван говорит Арджуне: «О Арджуна, я никогда не вдохновлял джив совершать какие-то греховные действия или благочестивые. Я никогда не делал этого, они независимо. Я сказал, что идите ко мне. Идите ко мне и поклоняйтесь мне». И далеко не все принимают эти слова Кришны, и вместо того, чтобы идти к Нему, идут от Него. И какие-то профессора в университетах иногда пишут очень глупые комментарии. И кто-то изучает Сочетание Махапрабху, но Сочетание Махапрабху – это не тот объект, который можно исследовать. Сочетание Махапрабху – вот исследование говешана значит на санскрите. А каково значение этого слова говешана, если разделить это слово? Go и Ashana. Go plus Ashana. Go значит наши органы чувств. И включая ум. Ум это 11-й самый сильный из чувств. Ум это лидер всех органов чувств. Мы можем чувствовать его, но не можем видеть. Но он является лидером. И вот эти 11 органов чувств, они не могут определить Кришну. Но Если вы
Если мы будем использовать наш ум, наши органы чувств, чтобы найти Кришну, то мы никогда не найдем Его. Даже если будем заниматься этим бесконечное число времени. В шастрах говорится, никогда вы не сможете стать успешными, если вы будете использовать свои органы чувств и ум, чтобы понять, кто такой Кришна. И поэтому Кришна говорит в четвершлоке, как Бхагаватам Брахме, что он не может понять. Только по моей милости вы можете узнать меня, но никак иначе. И Кришна говорит так. И вот мои вади говорят, что нет никакого материального мира, самсары. Что-то подобное сну, но Махапрабху говорит, что нет, это материальный мир есть, но он не вечен. И этот материальный мир, он есть, он существует, но не вечен. Он временен. Вот, например, этот стакан, например, кто-то будет говорить, что это сон, то это глупо. Он просто не вечен. И Шанкарачарья Сампрадай, я забыл, кто сказал, но Шанкарачарья опять явился в форме какого-то преданного, и Шрила Прабхупад и Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что такое. This kind of conception going in their sampradaya. Что в их сампрадае их есть мнение, что Шанкарачарья опять явился в форме другого преданного. Но сейчас, но если они так говорят, можно арестовать их на месте, поскольку это ложь получается. Если вы сначала сказали, что одна, если дживатма какая-то становится брахмой, то отдельного существования для нее уже нету. И если вы говорите, что ваш гуру Шанкарачарья слился брахмой, то как он смог опять явиться в форме другого преданного? Это ложь получается. У вас нет мозгов, что ли, чтобы понять такую простую истину? Например, если мы взять стакан воды, вылить его в океан, и как потом эту воду, что была в стакане, вытащить опять с океана, уже невозможно будет, будет смешанная вода. И если какая-то дживатма по-настоящему становится брахмой, то тогда уже невозможно будет опять для нее поддерживать отдельное существование после того, как он стал брахмой. Это глупо. И вот вся сегодняшняя тема — это Джанмаштами и чистые преданные, и потом будет Джанмаштами и Майявада. И они, Майявади, отмечают Джанмаштами более широко, чем мы. You are going to go sell it, bring some kids and bring them. I have no temple what to do. But they are speaking, they are celebrating. But all false. Top to bottom, they are false. Но их отмечание Джанмаштами, оно ложно с начала до конца. Иначе как это возможно, что Джарасандха хочет убить самого Шри Кришну, он Джагешвар, он сам йоги Джагешвар, и он совершает ягью, чтобы убить Кришну. И когда они пришли к этому Джарасандхе, он сказал, он очень уважал брахманов, но ни капли не уважал того, кому поклоняются брахманы Кришна. И вот пришли к нему какие-то брахманы, он сказал, что я могу даже отдать вам свою жизнь, просите все, что хотите. И тогда Кришна сказал, мы хотим
подраться с тобою. О, я смотрю, почему вы тут, как кшатрия. Я думал, что вы браманы, а вы, оказывается, не браманы, я вижу симптомы, признаки кшатриев у вас. But when come to know that Kshatriya is Krishna, you coward, I cannot fight with you, you are coward number one. I cannot fight with Arjuna. Arjuna is just not matching with me. И вот, а когда он узнал, что Krishna is not matching, very weak. Что Кришна, оказывается, пастух, не кшатрия, он начал оскорблять его, что вообще недостоин того, чтобы я с тобой схожался, и Арджуна тоже недостойна. Вот с Бхимой еще можно, ну, там, как, какой-то степени кшатрия, по крайней мере. То есть и такая вот концепция Майвади и Джарасандхи, Камсы и всех прочих, они хотят убить Кришну. И вот те, кто Майвади, они даже в форме преданных, они могут жить в храме даже, но... Ну так, под видом вайшнав майвади могут быть и пытаются как-то изгнать вайшнавов из храма, чтобы никто не смог их опознать. This is the nice way of entering the temple to get Krishna Bhakti, so nice Bhakti. This is the secrecy. Eh? So now, И вот в Шанкарачарья Сампрадай они могут отмечать Джанмаштами, но их отмечание соблюдения Джанмаштами, оно полностью ложно. Нет ничего там, все это безосновательно. Они Кришна Панчак могут поклоняться Кришне в пяти ипостасях. Могут в Харидваре, например, великую ягью проводят в честь явления Кришны, тратят сотни тысяч рупий, но это все ложно. И если мы хотим по-настоящему отмечать, соблюдать Джанмаштами, то мы должны подготовить себя под руководством Ананта Васудева. Мы должны очистить наше сердце, и тогда, где бы вы ни были. Госвами Махарадж, например, он в то время, в день Джанмаштами, был в Англии. Ну и что из этого? В Англии Госвами Махарадж отмечал Джанмаштами с великим вдохновением, и Кришна был доволен им. Шрила Прабхупад явился там сокровенно. Имя Шрила Прабхупады. Имя Шрила Прабхупады, оно не отлично от Шрилы Прабхупады. Понимаете? Имя Шрилы Прабхупады, но не отлично от Шрилы Прабхупады, и кто-то может чувствовать явление Шрилы Прабхупады, если будет произносить его имя Рагав Чайтанья Прабху во время оставления тела и Пурушоттам. Два преданных, они были учениками Шрилы Прабхупады. Один из Гуджарата происходил, другой из Южной Индии. Вот Рагав Чайтанья из Южной Индии. И вот они совершали баджан. Английский был настолько прекрасен, что я не могу объяснить. Они могли говорить на таком прекрасном английском, на тамильском, на телегу и прочих языках. И в итоге они приняли прибежище в Гопинатхгире. Там жили, ну, рядом с Далджимадиром, там на повороте этот храм. That is a place.
И вот это то место, где Рагав Чайтанья Прабху, он оставил тело вечером, он смотрел наверх. И какая-то пожилая матаджа, она спросила: «О, Махарадж, о Прабху, что вы смотрите там?» «Я смотрю, так много сияния такое». «Где сияние?» «Такое сияние в этой комнате». «И после этого, что вы смотрите?» «Я смотрю, Шрила Прабхупад пришел, чтобы забрать меня». «А сейчас что вы видите? Шри Чайтанья Махапрабху». И после этого он выпил воды и оставил тело. И если вы будете помнить Шрилу Прабхупаду, я обещаю вам, сидя на Вьясасане во время вашей смерти, если вы будете помнить Шрилу Прабхупаду, то Шрила Прабхупад явится, чтобы забрать вас. Если будете говорить Харе Кришна, это очень хорошо. Но если вы будете звать Шрилу Прабхупаду, то Шрилу Прабхупаду явится, чтобы забрать нас. Мы настолько удачливы, но также очень глупы, что не можем использовать все это огромное преимущество того, что Шрилу Прабхупаду наш парамгуру. Мы происходим неизвестно откуда, но Шрила Прабхупад, он наш Парамгурудев. Если мы будем произносить его имя, то насколько мы удачливы. Но не все могут принять это преимущество. И в этой жизни вы можете достичь Шри Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху. Вам не нужно ждать, но вы должны быть искренни. Если вы исполните все условия, все критерии, правила и предписания, то постепенно, воспевая святые имена Харинам, there is gradual step. И вот есть постепенное уровни. Сначала мы должны очистить свое имя, очистить свое сердце, чтобы Кришна мог явиться в нем. Может он явиться в форме святого имени, в форме Харинама. И вот Харинам может явиться в таком чистом, сияющем сердце, и потом, если мы воспеваем Харинам должным образом, то нама, рупа, гуна, качество, образ, парикар, вайшишта, его спутники, качества Кришны не явятся, и мы можем видеть, тогда мы сможем получить даршан Кришна лилы. Если мы достаточно удачливы, то мы сможем увидеть Гауранга Махапрабху, который является своей лилой на Гадруме. Если мы неудачливы, то будем видеть какие-то отели, магазины и прочую грязь. И мы должны подготовиться к баджан, просто поставить тилак, надеть канхималы, этого мало. Мы должны подготовить себя должным образом. Шрила Бхактивинода Тхакур, он плачет и говорит, я об этом. И вот он говорит, что мы никогда не думали, какие оскорбления мы совершаем лотосным стопам Бхакти Деви. Мы никогда не задумывались об этом. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, я могу привести пример один за одним. И вот сейчас можно видеть, что Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что значит путана. Что значит путана? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, путана значит капат, лицемерие. Обусловленная душа, у них есть множество дефектов, анартх, недостатков. И путана, тринаварта, это маленькие вещи, куча анартх. И мы
отвлекаемся на такие вещи, шакатасу, какие признаки и значения шакатасура, Бхактивинода Тхакура это все объясняет. Что значит Баларам, он? Параламбасу пришел, чтобы играть с Кришной, но это ложно было. И вот этот Параламбасу пришел, чтобы поиграть с ними, но его цель была убить Кришну и Баларама. Но Баларам Баладев, он убил этого Параламбасура. Кришна, он... To kill Balaram, Hari Maharaj, he is Balaji Maharaj. How you can kill him? Вот и так они играли. When Krishna is defeated by Balaram, и Баларам, you like to kill Balaram? Foolish number one, he like to abduct. Он сел на шею этому Параламбасару, и Параламбасар хотел его убить, и он побежал из Матхуры, из Враджадамы, точнее, в Матхуру. Ну как можно убить его? И вот, когда этот... Когда он вышел из области этого Матхуры, то этот демон опять стал Параламбасуром, такой ужасный вид принял свой. И тогда Баларам убил его плугом. И Баларам, он поможет нам, те, у кого есть анартхи. Мы должны помнить о Балья-лиле Кришны. О Балараме, мы в уме, мы должны находиться в Гокуле, поскольку все анархи Кришны, они были уничтожены. То есть Пупутана олицетворяет собой лицемерие, и оно убито Кришной. И прочие тоже олицетворяют какие-то недостатки. И если мы будем помнить эту лилу, то все наши анархи, они уйдут из нашего сердца, и тогда мы сможем по-настоящему соблюдать Джанмаштами великим образом. Иначе нет, я хочу так много объяснить, каково же привлечение к Шри Кришне. В следующие дни я более подробно объясню. И Баланти таттаттаридам, ядгьянаваддаям, браммети параматмети, бхагаваните саддате. Аддайгян таттариалейшен, how? Как можно осознать адвайгян таттву? Аддайгян таттву, how? With майавади. Бхангши вибушита карад навани радава, питамбарадаруна бимбафала дарушта. Пурнендо сундара мука даравинданабад Кришнат парам кима питатта махам наджане Кришнат парам кима питатта махам наджане Ванчакалпадуру сикебасинда бхавича Пачитананг павану бхавишна бьо намо нам